Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем проходить игру Rome Total War, мод македонской экспансии за дом Юлиев. Так, очень прошу, естественно, нам удалось взять город Никомедия, поселив кидов. Так, ну, думаю, здесь мы закрепимся теперь. Давайте сейчас проведем переобучение сначала, в первую очередь. Плюс начнем, наверное, сразу что ли гарнизон нанимать здесь. Пока селитки еще не очухались. И пока у них зерно далеко. Также здесь можем... Давайте налоги увеличим. До очень высоких. И будем что-нибудь строить. Так, что здесь за храм, кстати? Просто население. Ладно, давайте. Сейчас свой здесь храм Максима поставим. Так. Все. Отлично. Что у нас еще? Так, у нас есть очередная осада Афин. Ух ты, сколько здесь мутантов даже. Так, ну давайте сделаем сейчас, попробуем вылазку. 1483 против 1614. Показывает соотношение 1:1. Отряды. И как всегда сейчас давайте выведем наши передвижные скорпионы. Сначала. А там посмотрим. Давайте вперед. Конечно же увеличим скорость игры. Стоп. Давайте сразу сюда. Быстрее, ребята, быстрее. Ох ты, ё-моё, сейчас мы здесь попадем. Чувствуется со стрелками. Принесло пока. Причем даже без потерь. Как-то все это сделали. Давайте выбираемся теперь на соседний холм. Вот сюда вот, и теперь будем ориентироваться, на кого нам здесь бы расстреливать в первую очередь. Кто у него здесь есть? Так, ну это клерухи мне, в принципе, не особо расстреливать. Это кто это? Фалангиты, скорее всего, либо кто-то похожий на фалангитов. Так, пока мы смотрели, тут очередная атака на нас была, вражеская легкая конница. Так, стоп. Кто у нас здесь подошли-то? Катафракт. Ну-ка, давайте катафракт сейчас постреляем. Ну, кстати, у селевкида постоянно будет катафракт. Это его любимый такой род войск. И делается, причем он практически, наверное, во всех городах у него. Ну, причем довольно-таки эффективный даже вот войск. В принципе, они если могут окружить, разогнать в том числе наших претарианцев. Но самый мощный их вообще в греческих фракциях, это катафракт из диадохов. Вот они, кстати, катафракт из диадохов. Командирский отряд. Так впечатляющий себе, да, ребятки? Тоже закованные такие в броню, опытные солдаты. Сейчас мы их расстреляем. Не знаю, отступит он, либо он будет держаться здесь, опять стоять до последнего. К
Клевухи кто-нибудь. А... Ох ты, у них даже агемы есть еще, да? Ну что тут осталось три человека? Да что ж вы делаете? Я же говорил, вас кого стрелять. Блин. Туда опасно подходить близко. Давайте что хоть немножко вот так вот. Вот еще там как-то, кстати, идут. Вражеский полководец убит. И сейчас его люди боятся. Настало время форсировать атаку. Давайте немного отойдем. Иначе они сейчас здесь нас догонят. Почему такое опасное здесь положение, кстати? Почему, кстати, они даже не пошли к атаках, хотя я бы на их месте продолжил бы преследовать меня. И катафракты, я думаю, если вместе с агемами, это будет такая мощная сила, которую практически невозможно будет сломить. Но они и так селивки уже, вон какую империю, почти все захватили. Мне бы, конечно, лучше бы они еще и британцы захватили, потому что при сражении за британцем приходится мне действовать автоматом, потому что не знаю, почему, но он выходит из игры, то есть вылетает игра. С одной стороны, с другой стороны, если он сейчас захватит еще западную Европу, это будет тогда уже такая сила, которую очень и очень тяжело будет сломить. Мы тут останемся только со Сципионом вдвоем. Против селевкидской армии. Так. Давайте сейчас атакуем его. Сильные вот эти отряды. Вот по агему, что ли? Пускай нам обстреливают. Конечно, лучше в первую очередь у него выбивать агемы. Потому что они делают не один ход. Допустим, клеухов толку нет. Выбивать они на следующем ходу их опять. Тем более, что клеухи у них точно практически во всех городах делаются. Агемы, во-первых, делают все-таки не везде. Самых восточных они не делаются. Ну и плюс делаются они явно не один ход. Давайте сюда их переведем. Тут как-то они больше ближних обстреливают. Как раз таки клерух. И зачастую противник может использовать как раз эту тактику, чтобы, допустим, потратить весь наш боезапас без ущерба для своей элиты. Это они начинают пускать свои самые слабые отряды, что у них есть, каких-нибудь там лучников либо еще кого-нибудь, и в результате наши передвижные скорпионы, ну и любая артиллерия, бьет в основном вот эти слабые отряды, которые на них посылают, а элита, да, таким образом сохраняется. Тяжело, так они в горы бегут. Это, в принципе, нам на руку. Конечно, наши стрелки понесли потери. Но мы сейчас быстренько все восстановим. Так что мы не будем переживать на этом. У Каспийства тоже не один ход делается. Ну, вообще у греческих фракций. Греческих, Македон, греки, то есть это Греция, Македония, Селевкиды, государство Птолемеев или Египет. Есть также неплохие копейщики у Понта, но в основном там уже смесь такая идет, то же самое, что у фракийцев, у них есть какие-то копейщики, конечно же,
Но есть и свои элитные отряды. Копейщики. Даже, ну пускай даже какие-то там начального уровня, можно так сказать. Но все же есть. Так, что у нас на итальянском фронте? На итальянском фронте здесь селевкиды окружили 17-ю армию. Ну, кстати, британцев довольно-таки много. Автоматные, если у нас уже золотые лычки у претарианцев. Так, убийцы мы кого-то уже устранили. Да, в общем, нам, походу, конец хода надо сделать, да? Так, как дела тут у наших сципионов? А дела у них далеко не блестящие, я так скажу. Их уже прижимают здесь фактически к берегу. У них осталось здесь небольшое количество городов. Так, Тенгиз уже тут в осаде тоже. Не знаю, пойдут ли они дальше, скажем, в Испании высаживаться, либо на Сицилии, может быть, будут высаживаться. Либо, может быть, даже на наших городах здесь Каралис могут высадиться. Будем надеяться, что этого, конечно, не произойдет. Кстати, здесь можно уже снять блокаду, там, собственно. Так, кто здесь еще один британский? Вот. Вот так вот. Так, ну и все, давайте нажмем конец хода. Так, и нам Сенат предлагает взять следующее поселение, поселение Ипс. Вот оно где находится, кстати, по соседству. И у нас как раз вот здесь есть армия, правда она еще не до конца переобученная. Ну, думаю, давайте все-таки, наверное, ее используем. Что ли? Хотя у нас, конечно, есть еще армия. Так, Кидонии. Продолжаем мы собирать армию. Сейчас мы давайте вот эту армию с Кидони также переправим тогда на азиатское побережье. Это зря, конечно, изучение ножа. Все, мы сейчас оттуда уйдем. Итак, что у нас тут получается, значит? Так, Афина переобучена. И комедии тоже. Это все переобучение, в общем-то. Значит, нам сразу три осады надо снимать. И комедии, святилище Макса. Продолжаем здесь строить. Дальше храм Макса. Популярность Сенате упала. В итоге период у нас плюс. Плюс довольно небольшой. Ой, довольно-таки не маленький, хотел сказать. Так, у нас в осаде, значит, Сигеста, Ареций и Афины. Многострадальные теперь Афины. Что у нас там в Сенате произошло? Сенат. Зал заседания. Ну, Сенат, так, я бы не сказал, что у нас Сенат так позиции пожатнулись, степенка они намного более шаткие, чем у нас. Когда Сенат вспоминает о вас, ваши достижения оцениваются вполне объективно. Ваша популярность или отсутствие таковой никак не влияет на благородство сенаторов. И, то есть, наш среди плебеев положение.
Нельзя сказать, что особенно популярны среди плебеев, но, по крайней мере, они не оскорбляют вас и не бросаются камнями. По большей части они просто не замечают вас. Ну, спасибо, ребята. Вот, понимаешь, стараемся на дело Римской Республики и римского народа, а тут нас так. Так, здесь уже три, кстати, отряда будет. Давайте тогда, значит. Угу, понятно. Значит, с один ход мы не доходим. Ну, давайте тогда переобучимся, что ли, до конца уже. И потом атакуем Ипс. Так, наш флот. Наверное, корабль делается, да? Давайте подождем, тогда сделается там еще один корабль. И потом вот эту вот армию, значит, десантируем. Тоже сюда вот на азиатское побережье и попытаемся выполнить задание сената. Будем наступать здесь на город Ипс, это великий город также, пока будем, значит, переобучаться и делать гарнизон в Никомедии. А у нас же вот есть флот, кстати, мы хотели переобучить, кстати, долго плыть туда. Ну ладно, так, не хватает хода. Сейчас мы где-нибудь вот здесь вот выкинем. Либо здесь вот. Ладно, сейчас мы там все определимся, посмотрим, как бы нам сделать лучше. Так, ну что, начнем, наверное, отсюда вот осаду снимать. И первый у нас по списку кто? Первый у нас по списку Сигеста. Опять здесь бриты пытаются нас атаковать. Опять придется нам все это делать автоматом. Конечно, понесли мы определенные небольшие потери. Враг понес потери намного больше. Очередная победа. Переобучим наиболее пострадавшие отряды. Полководца обязательно, генерал нашу переобучим. И вот этих вот 77. Так. Ух ты, сколько здесь целей, кстати, для убийцы. -то. Не все, правда, они для нас подходящие. 22. Может быть, не будем то рисковать. А скажем, где-нибудь здесь вот. Просто чисто для того, чтобы убийца не терял тонус. Хотя, конечно же, убийца там какого-то полководца. Капитана, не генерала, капитана. Чего-то, может быть, там и несет, но вряд ли. Ну, даст. Так, переобучимся. Переобучим пока наш флот здесь. Так сказать, в западной части Средиземноморья. Так, ну и следующая у нас осада. Ареций. Ареций у нас снова осажден. Ареций у нас никак все не выйдет из статуса прифронтового города. Сколько они, бедные жители, тех тут уже. Так, соотношение здесь у нас 20 к 7 даже. Ух ты. 20 к 7, то есть случай наш. Начнем по традиции сначала мы, значит, с наших стрелковых подразделений. А, кстати, враг где-то там с другой стороны. Находится. Так, вон на Саназами, кстати, не стали бы они задевать. Давайте сейчас их вот здесь вот встретим. Стоп, 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 ребята, стоп, ребята, стоп, стоп, стоп. Давайте сюда. Потом мы сейчас, я чувствую, нарвемся там.
Голос сразу отступает. Ну, греческий там, греческий легкий пехота, не помню, как там называют. Нам, в принципе, не особо-то страшно. Хватит к там как-то диадохов, например. Сейчас постреляем здесь. Выбьем их. Я думаю, так тоже они не один ход делают, у них ходов несколько. То есть быстро восполнить их. Ну хотя сейчас это не имеет значения, потому что у них империя селевкидская просто огромная. И они могут очень-очень много приводить войск, солдат своих. То есть людские ресурсы у них просто громадные. Так что я не думаю, что вот эти наши осады, которые, то есть наши вылазки, которые мы делаем, какой-то урон им доставляют. Это просто чисто, чтобы нам отбить город. Точнее, не то, что отбить, а защитить город. И больше, в принципе, у них значения никакого, собственно, нету. Это единственное значение этих вылазок. Самую такую работу по разгрому Селевкидов делают сейчас наша армия, как раз которые сейчас высадились в Никомедии, которые сейчас там воюют на азиатском побережье. Они пока у нас там решающий такой фактор. Конечно, здесь о крушении говорить еще очень-очень рано. Но все же оно потихоньку, это крушение идет. Тем более, что мы захватываем у них города развивки, где они могут делать элитные свои отряды. Хотя, с другой стороны, они сейчас захватывают у селевкидов тоже там города, так что пока наш удар по ним ничего такого серьезного не означает. Так, если что-то опять один к одному. Видимо, опять какие-то элитные отряды. Врага. Он продолжает пока, скажем, отступать. Уже практически сдали они Африку всю. Ну, конечно, будем надеяться, что они все-таки стоят. Так, насколько я понял, здесь ним опять большое количество агем. Клирулки. Клирулки нам, в принципе, такого-то серьезного. Серьезно какой-то сил не представляют. Так, понятно. Ну, в первую очередь, конечно, нам бы желательно выбить ему агемы. Хотя сейчас он будет просто нас посылать все вот эти вот отряды, холкоспистов там всяких, скажем. Давайте сразу куда-нибудь выведем. Конечно, может быть, нам лучше так скомбинированную атаку. Так, а куда он отступает, что ли? Он куда-то в угол сюда отошел. Как-то какие-то маневры странные делает. Обычно они там сразу принимают бой. Так, ну понятно. Или, в общем-то, избрали правильную тактику. Чтобы мы не угрожали вам, они поставили свои армии так, чтобы не показывать на свои тылы и фланги. Ну что я могу в этой ситуации? Давайте выведем пехоту тогда. Пехоту и конницу. Все, пускай они вот у нас выходят.
ждать, конечно, все это будет долго. Мы сейчас тоже здесь кое-что сделаем. Не хотят они нам, значит, открывать наши пока тылы, свои, точнее, тылые фланги. Значит, сделаем по-другому. Так, давайте-ка наши передвижные скорпионы перебросим сюда вот. И плюс давайте нашу конницу также сейчас выведем сюда. Конечно же, нам все это сделать нужно как-то осторожно, как-то скоординированно все это дело сделать, чтобы нам не понести серьезные потери. Желательно также, конечно, перемолоть его. Вот эти вот, мягко скажем, не очень сильные отряды. Выходим на этот вот рубеж. Здесь уже можно так немножечко побыстрее продвинуться. Давайте еще ближе. Так, вы что, не идете? Так, ну и давайте передвижный скорпион сейчас мы сюда. Кавалерию также сюда. Выдвигаем. Так, кто у него, что у него тут? Ага. Здесь наши, так скажем, друзья. Рукосписки, клерухи. Сейчас нам нанести по ним удар. Давайте нанесем по ним удар. Притренцы двигаем дальше. Давайте выходить сюда. Так, все, пошли они на нас в атаку, агемы. Мы убиваем и катафрактов нашими стрелками. Здесь давайте также перемалываем клерухов. Отлично, здесь отступают. Теперь давайте хлукоспистов. Сейчас мы здесь добьем. Так, ну вот начинается их заход в тыл. Их такая излюбленная тактика. Нужно перестроиться нам тут. Иначе сейчас они нам потихоньку, полегоньку выйдут к нам в тыл. Так, перестраиваем давайте сюда. Вот так вот теперь.
дальше наши стрелки идут одного за другим. Выбивает конные отряды вражеские. Конечно, нападать-то на гему опасно. Можно просто чисто как занять. Да вы давайте к тавракту бросать, что вы на крюху-то тратите. Давайте попробуем через них сейчас прорваться. Бьем конницу. Давайте, давайте, добиваем, значит, катафрактов. Блин, никак вот они не станут. Нам, конечно, вот здесь бы сейчас так было бы более актуально стать. А, отлично, здесь мы отметили катафрактов. Выходим сюда в тыл. Плюс у нас есть в резерве конница, которая в нужный момент может пойти в атаку. А, начинают они, значит, перестраиваться. Вражеский полководец убит. И сейчас его люди боятся. Сейчас они будут пытаться выходить нам в тылы как-то. Так, давайте связываем их боем. Так, стоп, 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 ребята, осторожно, осторожно. Давайте вот так устраивайтесь. Отлично. Теперь, значит, расстреливаем их копейщиков. А еще лучше нам вот так вот сделать сейчас. То, что они как клевухом все не разделаются, а? Так, 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 нашим тылам угрожает, давайте. Здесь вот этих вот. Чтобы они не перебили наш отряд. Давайте, давайте, атакуйте их, они вот с флангов нас бьют. Что, не видите? Не знаю, в кого они сейчас стреляют там. Давайте, здесь они связанные боем. Сейчас мы здесь с тыла довольно серьезно зацепим. Это уже испытанная моя тактика во многих битвах с греками. Кто там у нас уже отступает? Рекруты копейщики, ну это как самые слабые, они уже бегут.
Наши петрианцы, кстати, хоть в этом бою разомнутся. А то все. В основном стрелки, да стрелки тут работу все делали. Так, сейчас, ребята. Я вижу, что вас обходят с фланга, с тылов. С тыла сейчас мы здесь. Немножко их зарядим и поможем вам. Так, ну-ка. Ребята, давайте пока отойдем. Теперь давайте вот этот вот отряд уберем. Уже 80% как потерял своего отряда, своей армии. И они еще походу опыт что ли получают. Боевой. Ну мы здесь его их сведем на нет. Да что ж вы по своим-то делаете, а? Отойдите, что сюда не мешайте на то. Сейчас. Вот у вас заденут они все. Так, отлично. Давайте их добивайте. Давайте теперь перестраиваемся вот так вот. Другом немножко. Так, а что там бегаете-то? Давайте сюда вот. Так, боезапас у них осталось крайне мало, но у нас плюс, я уже сказал, резервы конницы, так что если не хватит нам стрел, мы их конец уже добьем определенно. Где, в принципе, собираемся, мы их вообще-то можем добить. Так что не особо переживаю по этому поводу. Главное, что мы основные силы их разбили. Ну, вот, все, они уже бегут. Боевой дух у них уже сильно подорван. Конечно, здесь отстрелы наши погибают, но наши потери не особо так серьезные. Я думаю, мы сейчас их восполним. Главное, чтобы наши отряды остались еще целиком, никто не сбежался, там никто не пропал. Не спустили, как подразделение. А это все остальное дело наживное. Еще один отряд Роунда, кстати, тоже рекрутокопейщик. Ну, давайте он увидит. В первую очередь бегущих расстреливать, так что пускай. Ведут огонь по бегущим. Так, вы отходите, это сейчас вас тут свои же стрелки похоронят. Они как и все стрелки. Совершенно не соблюдают систему свой-чужой опознавания. И просто тупо бьют всех, бросают всех подряд. Ну и, кстати, нам хватит вполне стрелковых юнитов, потому как врага, в принципе, остался один отряд всего. Сейчас мы здесь с тыла добьем. Все. Сражение окончено, да что ж, ё-моё, уже больше, по-моему, по нам попадают. Все, победа. Победа. Так, я не понял, где-то какой-то еще, видимо, остался. Нет, все, победа. Понесли мы определенные потери, но враг потерял намного больше, чем мы. Лишь 13 бойцов у него бежали. Ну, это уже не бойцы, они, скорее всего, уже дезертиры. Так что поздравляем нас с победой. И будем мы сейчас завершать нашу. Главное, нам было наладить взаимодействие наших отрядов, что мы сейчас, в принципе, с успехом и сделали.
Давайте в первую очередь обучим, конечно же, наших трудяг, наших передвижных скорпионов. Ну, конечно, пантерианцы у нас тоже трудяги, так что их мы тоже сейчас переобучим наиболее пострадавших. В первую очередь, конечно же, переобучаем мы, пополняем наиболее пострадавшие отряды, а потом уже всех остальных. Конница у нас не участвует, так что потерь у нее нету. Все. Переобучение здесь, конечно, ограничено. Мы не сможем за один ход всех переобучить. Отлично. В общем-то, кем он здесь нас атакует еще? О, уже даже Сванов привел броненосцев. Я говорю, он уже просто со всей империи тут, видимо, собрал всех, кого можно. Ну, конечно, это здесь тоже свой негативный момент. То есть, смотрите, здесь собрал основные такие силы, плюс у него какие-то силы заняты в Африке со Сципионом, плюс какие-то силы у него здесь находят. Ну, здесь у него, конечно, в разы меньше этих сил. А тут у него получается, что он на других участках просто оголил свой фронт. Хотя здесь, как вы видите, он нанимает еще отряды, пытается здесь создать гарнизон и даже, возможно, сейчас объедини, поэтому нам нужно как можно быстрее взять врага еще город Ипс. Ну, без переобучения, я думаю, не пойдем, потому что здесь за один ход мы явно не дойдем, а я не знаю, здесь, возможно, какие-то у него отряды имеются. Здесь нам надо, кстати, агента сюда, чтобы как-нибудь перебросить какого-нибудь откуда-нибудь. А давайте в Родосе сейчас сделаем агента. Там делают у нас корабль для наших, вот, и сделаем агента и перебросим его сюда вот в Азию, пусть он нам здесь смотрит, пусть нам показывает все передвижения врага. Так, ну что же, на этом мы нашу серию завершаем сегодняшнюю. Конечно, нельзя сказать, что эта серия была плодотворная, так как мы пока ничего не схватили, но все же пока ничего не потеряли. Значит, что победа принципиальна. Мы будем к ней стремиться. Что ж, до новых встреч!